Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Телеведущий Иван Ургант готовится к смерти. Места на кладбище пока не нашлось. Совсем недавно Иван Ургант был удостоен почетного звания. Шоумена наградили орденом Звезды Италии степени кавалера. Мужчина получил титул не случайно, а за особый вклад в укрепление дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами. Однако вместе с радостной новостью на Ивана Урганта обрушились и траурные мысли. В эфире Первого канала Алла Михеева пошутила насчет новых привилегий телеведущего и спросила у него, не выбрал ли он себе место на кладбище. Этот вопрос обескуражил шоумена, но он отбросил шутки в сторону и заявил, что площадь для упокоения еще не подобрал. Однако затем Иван Ургант резко повеселел и сообщил, что из-за титула кавалера ему предстоит быть погребенным в особых условиях. Это накладывает определенные обстоятельства на моих потомков, придется на могиле ставить конный памятник, иронично высказался мужчина. Известно, что на здоровье шоумен в последнее время не жаловался. Однако в 2021 году его иммунитет дал слабину. Этой весной телеведущий заразился коронавирусом, ковид протекал в легкой форме. Телеведущий признавался, что тяжелых последствий недуга не испытал. Сейчас Иван Ургант выглядит бодрым и энергичным. Фанаты надеются, что его шутки о могильном памятнике не связаны с плохим самочувствием. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.